Приветище! Это бесконечный цилиндр, и мы бежим! Бежим, ребят, пока нас не раздавили. Хух-хух. Мы продолжаем наше удивительное эволюционное путешествие нашими колобками-мутантами. В прошлой серии мы свистнули яйцо, и у нас породился вот этот вот молодой товарищ. Теперь нас снова четверо. У нас банда. Четыре гада. Четыре гада. Также мы хотели зайти в зимний биом, но туда просто так нам не зайти, потому что у нас нету шубы. Нам нужно найти растение, которое подарит эту шубку, иначе мы здесь замерзнем. Ох ты, а тут снова потепление. Ну и круто, круто. Сейчас мы тут побродим. Попробуем найти все-таки шерстягу. Нам нужна шерстяга. Вот это что такое? Что это за штука? Интересная какая-то. А там, смотри, вон, какая-то статуя есть или что вон там наверху. Пойдем-ка посмотрим поближе. Какое-то переохлаждение у нас наступает уже потихонечку. Давай-давай-давай, поднимайся. Тут вот подъемчик есть. А стой. Теперь сюда не запрыгнуть. Нам нужен попрыгай. Вот этого чувака есть ноги-попрыгайки. Ноги-кузнечики. Залазим. Братва, все за мной. Лезем сюда. Вот он, этот пьедестал. Тут нарисованы эти жабы-вонючки на нем. Ты гляди, шубка! Шерсть! Забираем ее. Давай. Всасывай шерсть. Да не так ты сделал. Вообще не так. Все по красоте. Ну вот и ты съедай эту шерсть тогда. Раз тобой мы взяли. Эволюционируем в шерстяных мохнатиков. Четко. Все, мы теперь не замерзаем. Это очень хорошо. А это что такое? Какой-то гриб. Ну давай съедим его. Блин, там дальше смотри. Зима. Одна зима дальше. И все. Там замерзнуть можно. Капец. Товарищи, все за мной. Давай включим главаря. Главарь у нас, если что, вот это, Тево. Тево самый главный и самый старый у нас. Ого, тут даже мостик есть. А что тут? Грибы. А что здесь происходит? Почему-то, смотри. Тут какие-то камни, на которых есть иероглифы. Вот этот гриб можно свистнуть? Можно. Но это просто гриб с водой. Он пополняет водяной запас. Ну тогда заберем это все. Давай, иди сюда. Пополним водяной запас. Ну же. А наверху, короче, эволюционная штука валяется, которая растительность на башке дает. Вот она. Ну давай тоже ее заберем. Вот и все. Переключаемся снова на попрыгая. Попрыгай, вояка. Топ. У нас попрыгай, вояка. И пойдем тогда, наверное, сходим... Что, не запрыгнуть на камушек? Внизу я видел двери. Проход куда-то. Но в прошлой серии мы туда не побежали, потому что мы очень быстро замерзали. Но теперь у нас есть шуба, и мы спокойно туда пролезем. Let's go. Let's go, парни. Поколобкались туда. Новое слово, колобкались. Ой, вода. А, тут уже лед. Стой, а что за кувшинки такие крутые? Какие-то интересные кувшинки. А, взять не могу, потому что у меня все забито. Давай, съедай грибы. Все, съедай. Воду они дают. Ну ладно, вода так вода. И вот эти тоже дают? Воду дают. О! Можно эволюционировать. Так, значит, эту штуку мы отдадим вот этому чуваку. Молодому. Самому молодому. Он еще у нас толком не эволюционировал ни разу. Вот мы посмотрим, что это. На сердце похоже. Растение сердца. Ну и вторую тогда тоже забирай. Давай посмотрим, во что мы эволюционируем. И я эволюционирую в мощное... У нас теперь тройной хобот. И я могу поливать водой тремя столбами. Ну то есть смотри, вот. Давай. Как-то, ну все равно поливается одним. Я думал, три струи будет. Ну и ладно. Стрёмненько, конечно, смотрится тройной хобот, но зато какое-то да умение нам это дало. Я еще, правда, сам не понял, какое. Разберемся в дальнейшем. Так, где проход? Где-то здесь проходик был. Проходон. А, вот он. Давай посмотрим, что нас тут ждет. Снова эти грибы. И дверь здесь запечатана. Тут разломали, короче, все, что было. Ага, давай выберем попрыгая.
Туда наверх никак не залезть. Ну, понятно, короче. Наверх никак, обламентос. Ну, пошли тогда вдоль этой горы, посмотрим, что там еще есть. Зря возвращались только. О, а это что такое? Что-что-что, можно схавать? Подожди-ка, давай разобьем. А разбить-то нельзя. Скорее всего, это нужно в воду закинуть. Подожди. А, смотри, у нас, короче, когда мы заходим в тепло, у нас шкура исчезает. Все понятно. А что вы такое? Что это за призраки такие? Давай водой польем. Либо давай в них вот эту штуку кинем. Стой, 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 не заходи туда. Короче, берем эту штуку и надо потащить ее в воду. Надо ее подтащить в воду. Или вот этому скормить. Давай попробуем ее скормить вот этому пухляшу. Пухляш. Пухляш. Смотри, какую штуку я тебе принес. Скушай ее. А он не хочет. Ему, по-моему, вообще по барабану. Вот я заходил. Ой-ой-ой, бежим, бежим. Ну вот. Ребят, бежим. Черт. Молодняк у нас откинулся. Ладно, я сейчас взял просто. Ну, блин. Сейчас, сейчас, сейчас я засосу. Нет, не засосу. Ладно, убегаем. Самый молодой, который только у нас вылупился из яйца, был съеден. Но он пожертвовал собой ради науки. Не страшно. Не страшно, я думаю. Отправляем вояку за вот этой вот штукой. Где она там была? Мне просто дико интересно, но неспроста... Она тут валяется. Она для чего-то здесь предназначена. Вот, вода. Есть вода. Давай кинем воду. Опа, остыла. Теперь как-то занырнуть туда надо и забрать. Ой, я замерзаю. А как ты ее оттуда заберешь-то? Рыбка. Вылазим. Ребят, вылазим, мы замерзаем. Где наша шуба-то? А? Где мы шубу просрали? Вот этот чел в шубе. Но он все равно замерзает, потому что в ледяной воде. Давай мы тебе ноги... А, нет, ноги мы ему не будем делать, потому что он попрыгай. Ну, хотя давай, пофиг. У нас есть попрыгай у, вон, у того, у касочника. Угу. Ну и вот, давай попробуем занырнуть. Мы же можем занырнуть? Давай, пожалуйста, занырни. Блин. Ну все, короче, мы просрали... Ой, надо выбираться отсюда срочно. А то нафиг откинемся. Просрал я тут огненный шарик... Он, кстати, я его в воду закинул, он остыл. Он остыл, и его можно было бы съесть. Но в другой раз. Ну и что, я думаю, что нам нужно преодолевать вот эту стенку. Барьер. Все. Переключаюсь на главаря. И погнали. Вон туда, к той стеле. Опа. Ну, тут вообще фигня бежать. Главное не расшибиться. Тут очень высоко, капец, и камней дофига. Вот так вот, удачно, хорошо. Тева молодец, Тева красавчик. О, какие, смотри, ракушки валяются. Крутые, мощные. Чё там, где у нас цилиндр? А его даже тут и не видно. Чудесно. Просто прекрасно. Мы добежали до этой стелы. Сейчас встанем на нее, и она обретет силу, могущество. Ну, как бы все, я думаю, что можно отсюда уходить. Она активировалась, и она остановит цилиндр. Ну, а пока мы ждем остановку цилиндра, предлагаю тут немножечко пробежаться, посмотреть, что да как. Оп, водичка. О, это что такое? Забрать не могу, потому что надо что-нибудь схавать. Давай, хавай. Что-то не хавается нифига. Блин, цилиндр что-то как-то горячо. Как-то очень горячо. Блин, его наконец-то раздавило. Я увидел, как раздавили этого чувака. Круто. Съедаем, короче, вот эту вещь. Выпиваем водичку. И пошли подберем в пруду ту штуку, которую я хотел подобрать. Где-то здесь. Она, по-моему, нам позволит эволюционировать. Да, она позволит. Итак, товарищи, кто из троих колобков будет эволюционировать? Появились мухи. Можно, если что, здоровье восстановить. Да блин. А тут чего?
Вот это что такое? Чего это такое? Ну-ка. А, это просто гриб. Ребята, пожалуйста, схомячьте вот эту штуку. Блин, я вот этим чуваком схавал, случайно. Хотел выплюнуть, но схавал. И в кого же мы превратимся? О-хо-хо! Storage Body. Большой пухляш. И теперь он вмещает в себя намного больше предметов. Жирненький главарь. Да еще и с травой на башке симпот смотрится. Вот эти чуваки меня всегда интересовали. Могу ли я их скормить вот этой штуки? Давай попробуем. Ну-ка. Открой ротик. Во-во-во-во-во-во-во. Вот он побежал. Сейчас попробуем скормить. На, лови. Да блин, не получается. Черт, что случилось-то? Как так-то, блин? Пока мне вот это показывали, моего главаря схомячили. Вот не могли подождать со своим питанием. Получается, что жиробас... Ой, да у меня всех сожрали. Так, подожди. Давай загрузим автосейв. Чекпоинт, 22 секунды. Короче, жиробас, он очень быстро тратит энергию, и его нужно подпитывать чем-нибудь. О, прямо на этом месте я сохранился, ну чудно. Вот видишь, он проголодался, и нужно ему что-нибудь закормить. Иначе он не будет шевелиться. Угу. Надо что-нибудь съесть для выработки энергии. Это я понял, хорошо. Давай сейчас съедим. У меня там было пару грибов. Вот эти грибы можно съесть, чё бы нет. Вот, смотри, сколько всего я набрал. Давай, кушай. Кушай, пупсик. Вон, смотри, плюс 14, плюс 11. То есть мы удачно восстанавливаем энергию. Но желудок у нас чего-то как-то не набивается. Хотя шевелиться он перестал. Ладно, давай еще побольше попробуем съесть. Старикан, хватит болтать уже, а? Без тебя разберемся. Давай еще съедай. Во, пополняется, пополняется. Смотри, чудно. Ништяк, почти сыты. О, инкубатор вижу. Здесь инкубатор. Яйцо, значит, где-то неподалеку есть. Все, тут уже барьер. Тут барьер. О, гляди, гляди, какой гигант. Это помощник цилиндра. Он блюет. Он блюет чем-то. Нифига себе, жуткий. Фига, они бегают быстро. Такой здоровый, а бегает капец как. Короче, они поливают каким-то ядом. Едким. Серная кислота как будто. Лучше с ними не связываться, иначе огребсти можно. О, смотри, вот. Вот что нам нужно, вот что мы искали. Именно сюда нас направляет... Да, Стелла. Молот... Тора. Или черпак Тора. Ага, туда пройти можно, смотри. Но не все так просто. Сюда может зайти чувак в форме ромба. А, нет, можно просто зайти. Ну, давай зайдем. Ух ты, красота какая. Тут наверняка есть... Ну, минералы, как бы, вон они везде висят. Куча блестяшек. Ага, что-то... Ну, раз все эти штуки дружелюбны, надо будет их активировать. Мы их умеем активировать. Но сперва я хочу собрать все блестяшки. Их тут огромное количество. А еще здесь куча минералов. Но, к сожалению, у меня нет процессора переработки минералов. И я с ними ничего сделать не смогу. Только если забрать с собой и потом где-нибудь найти процессор. А еще тут наверняка где-то должен быть этот... Сундук. Обычно в таких пещерах есть сундуки. Надо хорошенько все смотреть. А то, может, и пропущу. Куча блестях. Это моя слабость. Ну все, вот последние блестяшки. И активируем потом с тобой эти столпы. Чего они дадут? А, вот еще минералы. Давай на всякий заберем парочку. Давай. Оп, не достать. Тяжело быть жирненьким, а еще я, кстати, уже голодать начинаю. Надо что-нибудь поесть. Вот тут грибочки есть. Давай съедим. Вот так вот. О, хорошо. Ой, замечательно. Просто великолепно. Сразу пол живота набил. Вот еще кристаллики. Кристаллики занимают по одному слоту, так что можно, в принципе, взять побольше. А, 10 максимум я могу забрать.
Ну ладно. Давай попробуем теперь активировать столпы. Пойдем посмотрим. Снизу тут ничего нет. Ничего не спрятано, вроде нет. Окей. Активируем. Короче, этот столб поднимает здоровье. Каждый столб это апгрейд моих колобков. Этот столб поднимает стамину. Стамина и здоровье это же одно и то же, разве нет? Может быть, под стаминой и выносливость они подразумевали? Так, здесь ничего нету. Ну ладно, допустим, стамина это выносливость. Здесь что у нас? Water Storage. Сопротивление воды. А это что? Food Storage. Сопротивление голоданию. Ага. То есть я могу сопротивляться обезвоживанию, либо голоданию. Так, ну поскольку мы здоровы с тобой, давай сопротивление голоданию. Вкидываемся. Вот, отлично. И, наверное, здоровье я прокачаю еще. Или выносливость. Не, давай стамину качнем, потому что нужна выносливость. Когда я в колобке качусь, тратится выносливость, поэтому апгрейд выносливости. Так, а что тут написано? Погоди. Что-то апгрейдил, а потом начал вчитываться. Написано, что увеличивает размер колеса выносливости. А, ну да, то есть когда ты в колобке, ты можешь дольше им катиться. Ну и все, то, что нужно. Так, сколько у нас там еще минералов осталось? Давай здесь проверим. Еще 3. Ну, давай здоровье тогда. Угу. Так, и чуть-чуть у нас осталось блестяшек для того, чтобы... А вот этот камень я не смотрел. А это что за камень? Лидершип. Фэмили. Чё-чё-чё, давай сейчас. Максимум. Увеличивает максимальное количество... которые могут присоединиться к вашей семье. То есть можно... Я максимум бегал вчетвером, а можно впятером. Ну, слушай, у меня обычно они дохнут, когда я вчетвером, поэтому ладно, это неинтересно. А вот сюда можно прыгнуть? Давай тут водички наберем. Ребят, наполняйте свои цистерны водяные. И вот этот что не наполняет? Вроде все ок. Все наполнили. Никаких я здесь не вижу сундуков спрятанных. Так что я думаю, что можно отсюда выбираться. Скрытых мест нету. Но окей, если что, сюда можно вернуться. Процессор бы найти, перерабатывальщик минералов. Ну, отличное место, я запомнил. Покатили дальше. Процессор, процессор, где ж тебя найти? О, вот этого чувака нам только не хватало. Погнали, ребят. Хватит жрать, погнали. Он сейчас на нас прыгнет. Успели, успели. Молодцы, красава. Могёте. Так, остановочка. Давай еще покушаем. Он там далеко, этот жиробас. Не страшно. Яйцо, яйчишечка. Куда же его от меня спрятали? Вон, я думаю, вон там вот. Видишь, домик светится. Пролетели мы его. Бежим туда. Ага, вот, требухум стоит, но яйцо почему-то... Чего? Короче, чувака зовут Тегу, он спрятался в домике. Тегу. А, Тева, моего главаря зовут, а его Тегу. Ему нужно принести 2 блестящих камушка и 3 вот таких вот ягодки. И тогда он разблокирует дверь, и я смогу его забрать. А по-другому типа никак. Вот же жлоб, а. Я мог бы тебя спасти от цилиндра, а ты за это просишь деньги еще. Может быть, не спасать тебя, оставить тут, в этом домике? Чтоб тебя размозжил цилиндр. Наконец-то я нашел яйцо. Но прям вот, перед цилиндром. Ну и удачненько. Сейчас, значит, мы сделаем еще одного себе подопечного. А того, который в домике, ну чё. Не нашел я этих ягод, чтобы его вызволить, да и к тому же у меня всего 1 кристаллик. А нужно 2. Поэтому будем... Чё-то куда-то у меня все упали. Такие звуки. Типа все вниз упали. Так, ты тут не урчи, а? Не капай мне на нервы. Чё это вы пыхтите там? Как будто вам холодно. Еле-еле идете. Вот кому тяжело из нас троих, так это мне. Посмотрите, какой я пухлый.
Мне выносливости вообще крайне не хватает. Тяжело вообще перемещать такую тушку. Эх, добежать бы еще. О, кстати, смотри, а что это за зеленые такие штуки? Какое-то сияние. Неужели тут... О, пещера. Пещера с грибами. Там по-любому может быть процессор. Слушай, те ягоды, которые нужны для вызволения того чувака. Как я эту пещеру мог пропустить, а? Сейчас мы туда спустимся. Только четвертого члена нашей банды замутим. Фух, пришли. Наконец-то. Я уже весь изголодался, и ночь уже на дворе. Так, давайте нам четвертого члена экипажа. Сейчас поржем, пока там яйцо вылупляется. О, появился какой-то гарик. Сейчас посмотрим на него, только сперва поедим. Перекус. Вечерний перекус. Шикарно. Кто там вылупился? Вовху. 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 Ну да, почти как Вовик. Так, может быть, имя ему поменяем? Например... Должен же быть у нас Колобок. Колобок. Бок. Вот. Все. Колобок, добро пожаловать в команду Колобков. Теперь ты у нас лидер. Правда, без всего? Хотя, почему без всего? Вот, у меня для тебя есть отличная штука. На, вот эту съешь. Надо, кстати... Здоровье подвосполнить моим ребяткам. Вот и чудно. Теперь у тебя есть волосатость на башке. Так что теперь ты не такой юный, как был раньше. Насчет здоровья. Нужно. Смотри, какая там пещера, сколько там блестяшек, блин. А с ядом у меня проблемы. Я бы, конечно, туда попробовал спуститься, но что-то не хочу рисковать пока. Я еще не нашел того, что... В прошлый раз я уже спускался с этой зеленушечкой на башке, и что-то оно от яда вообще никак не спасало. Так, бежим, короче, в ту ямину. В ту ямину, а еще надо, знаешь что, воды восполнить. О, вот эти еще штуки нам нужны. Иди сюда. Нам надо восполнить здоровье. Вот и все, вот и славненько. Водички наполняем заодно. Бежим. Добрались до пещеры, теперь думаю туда спрыгнуть. Слава богу, есть грибы. Погнали вниз. Куда эта пещера нас потом выведет, очень интересно. Ага. Куча дохлых кузнечиков. Как их размозжило-то. О, еще один дохляк, смотри. Чтобы его воскресить, нужно 4 кристаллика. Ну не знаю, наберется у меня столько или нет. Я думаю, что навряд ли. Ну да, максимум 2 кристаллика, извини, бро. А вот эту штуку можно собрать наверху, светящуюся? Очень хочется? Нет, нельзя. Ну тогда давай посмотрим, что в сундуке. Сундук? Процессор, Что это такое? Что за мозги? Все это можно съесть. Блин, какую-то фигню дали в сундуке. Я, кстати, жрать уже хотел. Эта фигня, между прочим, так хорошо нас насытила и водой восполнила, что прям мы теперь полны сил. Короче, ну такая себе пещерка. Спасибо, что насытили. 5-го члена экипажа я не смог взять, потому что у меня недостаточно кристалликов. И здесь нет тех ягод, которые я искал для того, чтобы выкупить того чувака, который был в домике. Жалко. Выпрыгиваем отсюда. Как это сложно сделать-то? Прям капец как. Слушай, есть вероятность, что я отсюда еще сейчас не выберусь. О, вылетели. Чудно. Короче, ладно. Я созрел на то, чтобы все-таки спуститься еще раз туда, вниз. У нас тут у троих уже чуваков есть вот эти вот травинки на башке. Ну и вроде как они все-таки, я еще раз перечитал, точно помогают фильтровать вот этот газ. Ну, пойдем спустимся вниз, посмотрим. Только перед этим я, конечно же, сохранюсь. На всякий пожарный, а то мало ли. Вдруг мы там все сконопатимся. Вроде спускаемся, вроде неплохо, но все равно я задыхаюсь. Бриллиажечки быстрее забираем. Забираем. Может быть, эта трава фильтрует как-то, ну, не очень хорошо. То есть без травы я бы быстрее загибался тут. Так, ребят, бежим отсюда. Короче, прикинь, я ради интереса взял еще раз спустился туда, но, естественно, сохранился перед этим. Спустился, зашел в пещеру, собрал брюлики и кое-что еще важное выяснил.
как бы это самое важное, что я выяснил, когда спустился туда. Где эти штуки? Маленькие пузырики, вон. Короче, они вылупляются из своих вот этих пузыриков, когда... Стойте сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Вылупляются из своих пузыриков, когда попадают в едкую зону. Сейчас я попробую это сделать. Мы сейчас спустимся туда, но нам бы хорошенько потом обратно запрыгнуть. Так, вот здесь вот можно спуститься вниз, и потом я отсюда выпрыгну. Так, я его опускаю. Давай, 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 вылупляйся. Ну же. Пора уже, друг мой. Стой, есть, 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 получилось. Выбираемся отсюда нафиг. Опа. Все, здорово. Никто не сдох, все здесь. Ну-ка, ну-ка, ребят, все здесь, четко. Итак, эволюционировать будет у нас молодняк. Держи. Быстрее иди забирай его. Иди забирай, пока он не укатился далеко. Дохленький. Давай, засасывай. И в кого же мы эволюционируем? Давай, хавай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, без ног. Офигеть. Jumping impossible. Даже прыгать не может. Прикинь. Короче, 8 секунд. Это как это, проклятие какое-то. Ты лишаешься всего, даже глаза, смотри, крестиком вон. Все, сейчас я должен обратно вернуться. Ага, ясно. Короче, мертвых есть нельзя. Но, по крайней мере, мы это проверили. Ну что, я думаю, что все. Здесь мы закончили. Нужно двигаться дальше. Где у нас следующая стела? Пойдем поглядим. Кстати, я бы вот этому чуваку съел бы яйцо кузнечика. Чтоб у него тоже ноги были крутые. Если по пути встретим, то обязательно съедим. Вон она, стела следующая. Смотри, какая штука там летает наверху. Какая интересная штука. Причем она не висит, она именно летает, видишь? Я зафиксировал камеру, и она летает все выше и выше. Интересно, что это? Так, ладно. Все, выбираемся за пределы нашего барьера и бежим к следующей стеле. Let's go! Хобана! Цилиндр движется. А мы катимся. Стелла, 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 Артуа. Выносливость кончается. Что-то теперь... Сколько там этих шариков? Но, как мы выяснили, толку от них ноль. Все, я почти на месте, почти. Опа, он шарики хавает все-таки, да? А у меня с моего хоботка не хотел. Ой, там какое-то строение интересное. Все, заряжаем нашу стелу. Четко. Смотри, как сейчас задавит вот эту здоровенную попецию. Давай, 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 доби ее. О, хорошенечко ей достается. Все, раздавил. Как тут жарко, пошлите, ребят, пошлите. Все, новая зона, новая территория. Что это за странное существо? Наполовину из плоти, наполовину из металла. Требухум почувствовал давний далекий ужас, как будто они вспомнили о собственном разрушении. Что-то в этом существе было очень и очень неправильным. Жуть какая. Так, ребят, не двигаемся. Сюда, в стороночку. Ну что, ты увидел что-то необычное? И вон там тоже вдалеке луч синий необычный. Короче, если ты хочешь узнать, что будет дальше, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Ну а я с тобой прощаюсь на этой интригующей ноте. Пока, увидимся в следующем ролике.